Новости и передачи национального телевидения вы, уважаемые телезрители, теперь сможете смотреть не только на нашем канале «Круглосуточное вещание» под логотипом со звездой, но и на общественном телевидении России, телеканале ОТР. 29 ноября жители 68 регионов получили возможность смотреть в первом цифровом мультиплексе новости и программы местных телеканалов, выигравших конкурс на обязательное распространение в своем регионе. В республике таким каналом стало национальное телевидение Чувашии. Теперь наши передачи можно найти на 9 кнопке с 6 до 7 утра и с 18 до 19 вечера. Первое включение прошло успешно. Кроме того, национальное телевидение по-прежнему можно смотреть через кабельные сети республики и спутниковых операторов связи, таких как «Триколор» и «Телеканал». Карта.